Мне надоело ждать, вот что мы с ними церемонимся? Разберемся с ними прямо сейчас и все. Стоять, мы же договорились. Будем действовать скрытно. Я не собираюсь вас слушаться. Пусти меня! Пусти! А ну угомонись! Дадим отпор этим старшакам! Лучше отыщи до этого нападения! Мы их не боимся! И не с такими справляли! Может, мы просто поговорим с ними, а? Ты с нами или против? Что-то страшно. Успокойся! Я не буду больше ждать. Вы со мной? Чё встал, Грэндпа? Живо за ним! Это ты плачешь? Че? Нет. Да кто рыдает-то? Что это такое? Мисти, что случилось? Ой, родники, это мои! Только вы у меня остались! Салфеточки закончили. Да что случилось-то? Этот усатый бросил меня. Подлец. Кто? Ну, привет, сосед. Решил бросить такую красотку. А сам-то какой красавец. Но я ему устрою. Я его верну. Он приползет ко мне на коленях. Что это сейчас было? Ну что ж, ты еще будешь меня умолять? Где моя книга заклинаний? А вот она. Это было где-то здесь. Вот, любовное зелье. Нет. Так, запасные усы, привет соседам. Нет. Брошу все. Так, лапки паука. Нет. Пару таракашек. Первый весенний цветок любви. Так, фотография возлюбленной. Меня. Меня нету. Но есть телефон. Творить, творить, любить, любить. И готово. Так, эту гадость надо чем-то разбавить, он же ее не выпьет. И пироженка! Любимая пироженка, привет, соседа! Кекс, добавим одну каплю. Ты че одну-то? Че жалеть-то? Так, наживка готова, осталось заманить. Привет, соседа. Алло, алло, я хотела тебя пригласить. Не слышно? Алло, алло. Алло, не бросай трубку. В лагере никого, время обеда. Эй, где все? Завтрака не было. Вы нас что, голодом решили заморить? Ребята, гляньте!
Она наша! А, скаут, вперед! А ну, хватай этих! Я держу его! Что? Ух ты ж, а кто заказал пиццу? Отдай! Уже нету. Ах ты мелкая, вы нас рассердили. Эй, вы, держите их, сейчас я им устрою. Странный вкус. Что это? Хорош притворился. Знаешь, что я тебе сейчас сделаю? Ты в моих руках, тебе никуда не убежать. Любовь, это когда мое сердце в твоих руках. Чего? Да я само зло. Любовь, это забыть слово я, есть только слово мы. Да что тут происходит? А ну замолчали все, а ты? Любовь, это значит всегда вместе. Эй, а ну отстань. Вот это поворот. Любовное зелье. Страшная училка, чё ж ты натворила? Стой, стой, стой! Ты куда? Чё за дела? Она отстанет меня, противно! Она меня укусила! Стой, стой, подожди! Это же любовь! Да как она могла? Как она могла? Да не маяч ты! Да как? Мы что-нибудь придумаем, да? Как? Да почему? Я к ней со всей душой, а она ко мне! Ну не реви! Да я не реву! Вот и не реви! Я не реву! Не реви, да. Надо что-то делать, надо расколдовать ее. Бабка, чё ты так завелась-то? Потому что есть Максимка у меня. Максимка, я вздыхаю зря. Чё? Максимка, я вздыхаю зря. Та-та-та-та-та-та-та-та. Для тебя все это мило. А ну прекрати, я не могу это слушать. Если ты сию секунду не замолчишь, я запру тебя в шкафу. Проказник. Это что? Подарок я сама сделала. Мне? Тебе так идет? Но я не ношу. Тебе что, не нравится? Нет, почему же? Симпатично. Для тебя все это чудо. Стой, 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 это не любовь, это чары. Для тебя все это чудо. Не устала от долгого пения? Тебе надо отдохнуть. Обещаю далеко не уходить. Как тебя зовут? Я забыла. Я Грэм Макс. Буль-буль, Максимушечка. Я Макс. Максимочка. Макс. Максипушечка. Макс. Ты это видела? Макс, тихо. Надо что-то с этим делать. Это рушит все наши планы. По-любому у училки есть книга заклинаний. Точно, во что бы то ни стало, надо найти ее книжку. Она, наверное, у нее в комнате. Так живо найти! Ага. Эй, ты! Кто здесь? Я здесь, внизу. Тебе чего? Я вызываю тебя на бой! Я посмотрю, как ты будешь смеяться, когда я тебе задам... А как тебе это? Ай! Ой, Максимыч,
мы тут вечность будем искать эту книгу. Ты слышал, что он сказал? Надо найти книгу ведьмы. Что? Я так и знала, что училка что-то натворила. Надо найти эту книгу. Сюда! Нет! Бежи быстрее! Гоняй! Она убьет меня! А ну спускайся! Делись как мужчина! Со мной! Я не тебя боюсь, а ее! Вы спуститесь ко мне с пьедестала? А ну спускайся! Отпусти меня! Спускайся! Замолчала. Очнись, Ксюша! Ай, как голова болит. Что тут происходит? Ты что, забыла? Ты же влюбилась в Макса! Чего? Фу, нет. Нет, ничего. Не трогай меня! Фух, прошел эффект чар. А есть еще хочется? Смотри, что я нашел в месте. Ты что наделал? Максипулечка, когда я тебя вижу, я хочу петь. Дальше. Что? Нет. Макс, ты что? Я же пошутил. Звоните в скорую. Тебе понравился выпуск? Тогда ставьте много-много-много лайка. И подписывайтесь на канал Watch Me. Пишите комментарии в сообществе YouTube. И не забывайте про колокольчик. Смотрите новые выпуски по вторникам, пятница и воскресенье. С вами была Тимчина Карва и мой энтузиаст Алена. Нет. Ну, пока, всех люблю. Всем пока. Удачи. Я не собираю вас слушаться. Нет. Нормально, давай. Макс. Раз, смотри, пошли. Ты же влюбилась в Макса! Чего? Фу, нет. Понял. Не трогай меня! Да, да, раз, два, три, а ушки. Есть!